Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazine проведу видеообзор воблера Tsurebita Jerrybait 50 SPSR. Jerrybaiты в 50-м размере есть в двух версиях плавучести – плавающий и суспендер. Также различаются эти приманки по заглублению. Есть SR-версия и DR-версия. У меня в руках суспендер SR-ка. Как следует из названия, воблер имеет длину 50 мм и весит он 2,8 грамм. Имеет заглубление до полуметра и производится в 22 расцветках. Воблер — это у нас миножка, которая имеет вот такую вот изогнутую спинку с горбом. Воблер достаточно тонкий. Оснащена приманка небольшой лопаткой, которая располагается под острым углом. В корпусе есть несколько металлических шаров, поэтому приманка на проводке издает некий вот такой глухой, негромкий звук. Оснащена приманка двумя очень острыми тройниками фирмы Owner. По полетным характеристикам данный воблер не рекордсмен. Все-таки сказывается отсутствие системы дальнего заброса, но летит данная приманка вполне далеко. Данный воблер одинаково хорошо работает как на реках, так и на озерах. На данную приманку отлично ловится окунь и щука, поэтому поводок необходим. И это может быть как поводок из струны, не толстой, так и это может быть флюорокарбоновый поводок. При использовании поводка данная приманка становится суспендером. А так, без поводка воблер является слабо всплывающим. На данный воблер рекомендую делать твичевую проводку. Да, приманка имеет свою игру на равномерке, но больше она раскрывается на твичинговой проводке. Причем можно делать твичевые рывочки разной амплитуды и силы. То есть воблер довольно-таки простой и послушный. Ну и вообще, данная модель — это один у меня из любимчиков при ловле окуня щуки, особенно когда вы ловите на небольших реках, то есть там заброс может быть метров 15-20, не дальше, и глубина обычно небольшая, и отлично этот воблер ловит и щуку, и окуня, ну и несколько хариусов также было поймано на данную приманку. Вообще данный воблер прост в управлении, недорогой, отлично ловит рыбу, поэтому у меня всегда в окуневой коробочке имеется. Ну и так как цветов достаточно много, 22, есть из чего выбрать, даже самому привередливому гурбану по цветам. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!